Добрый день, уважаемые телезрители! С вами телеканал Шоп-н-Шоу и я его ведущая Ирина. Сегодня мы хотим вам предложить потрясающей красоты сережки Эсперанса. Обратите ваше внимание на камень, который находится в центре. Это овальный аметист фиолетового насыщенного цвета. Кстати, издревно считалось, что аметист – символ гармонии человека. Кстати, наши сережки называются «Эсперанса», что «Эсперанса» с испанского переводится как имя «Надежда». Я надеюсь, что, конечно же, эта надежда появится у каждой женщины. В центре овал, аметист, еще раз напоминаю, вокруг него потрясающие красоты фианиты. Посмотрите, как играют камни, посмотрите, как они переливаются, подчеркивают этот потрясающий красоты аметист. А, кстати, аметист у нас 7 мм на 5 мм. Довольно-таки крупный размер. Крепление нашего камня – это крапаны, которые удерживают, напрочь удерживают наши камни, не давая им выпасть. Давайте перейдем к ушку. Значит, у нас застежка сделана в форме скобы. Она легко открывается, легко закрывается, надежно держится. Скоба у нас сделана из серебра 925-й пробы. Само украшение сделано из золотого напыления 18 карат 725-й пробы. И, кстати, обработка нашей драгоценности сделана в электрогальванической. Это значит, что наше изделие гладкое, ровное, очень качественное и прослужит вам очень долгие годы. Уважаемые дамы и господа, приобретайте эту надежду, приобретайте наши сережки Эсперанса, посмотрите, как они потрясающе смотрятся. Это, конечно же, классика, неподражаемая классика, которая подойдет и к повседневному, и к вечернему туалету. Уважаемые дамы, конечно же, вам необходимо приобрести эти сережки. Посмотрите, как они играют. Промо-цена на эти серьги сегодня всего 1250 рублей. Вы можете их заказать по нашему телефону, круглосуточному телефону, который вы видите внизу нашего экрана. Звоните сейчас, без промедления. Посмотрите еще раз, как они переливаются. Наши сотрудники с удовольствием в любое время ответят на любой ваш вопрос. Звонок, напоминаю, бесплатный по всей России. Уважаемые дамы и господа, звоните, заказывайте наши потрясающие сережки Эсперанса. Надежда должна быть у каждой женщины для каждого случая.